Всем привет! Вы на канале Семья Хомченко. Сегодня у нас День Победы. Пойдемте с нами гулять. Все как обычно. Подписываемся, ставим лайк, колокольчик. Пойдемте посмотрим на День Победы в Томске. День Победы – это праздник со слезами на глазах. Война вошла в каждый дом и никого не оставила равнодушным. Наши прадедушки, конечно же, также воевали. И наши комментарии сейчас открыты для вас. В них вы можете вспомнить своих родственников, которые воевали и сражались на полях войны. Обычно мы каждый год посещаем торжественный митинг и сам парад в Томске. В прошлом году даже посетили в Новосибирске. В этом году мы решили не торопиться, потихонечку с утра проснуться и уже ближе к середине дня пойти посмотреть, как проходит праздник Дня Победы в Томске. Можете посмотреть, как проходил парад Победы в Томске в прошлые годы. Здесь сейчас появятся фотографии самого парада Победы, когда я аккредитовывался как фоторепортер и делал фотографии, а также видео с прошлых парадов Победы. Ну и заодно сравните, изменилось что-то по сравнению с прошлыми годами или нет. Ну а сегодня такой лайт-версия, просто ходим и смотрим. Повезло, кстати, сегодня, что еще и день хороший, теплый. Да. Не всегда бывает так. Обычно у нас, если 1 мая тепло, то 9 холодно. В этом году было 1 мая холодно, поэтому 9. Сегодня на всех улицах играет музыка, играют песни военных лет. Поэтому, чтобы авторские права YouTube мне не поставил, будем побольше говорить. Такая ярмарка резного творчества с магнитами в сквере около Киномира. Ну и сегодня, естественно, людей очень много. Все люди гуляют, наслаждаются теплым солнечным днем и празднуют День Победы в Томске. Вот, смотрите, бесконечный поток людей. Обычно в Томске столько людей не увидишь. Можно идти по Ленина и ни с кем не столкнуться. А тут прям Невский проспект сегодня. Если вы из Томска или из другого города, напишите, ходили ли вы сегодня именно на сам парад. Давайте посмотрим перепись. Сколько из наших подписчиков или просто случайно оказавшихся на этом видео сегодня побывали на параде Победы. Ну, день сегодня прям вообще классный, да? А? День сегодня вообще прям классный. Да. Редко так бывает на День Победы. Так, давайте перейдем. Пришли на Новособорную площадь. Чуть буду ближе говорить. Сегодня здесь много тематических зон. Давайте посмотрим, что тут есть. Упражнение будет. Здесь можно, 12 минут по, я так понимаю, сдать нормы ГТО. Там люди поднимают гири. Есть медицинский госпиталь. Вон там даже показывают, как прыгать на парашюте. А вот тут дети играют в лазертаг. Вышел на прогулку. Страйкбольный клуб «Партизан». Мы туда с детьми ходили. Вон там дети бегают, стреляют. Так, подходим к историческим реконструкциям. Смотри, Степа, как малыши здесь дерутся мечами и щитами. Да мы не будем тебя туда заводить, просто посмотрим. Так, тут у нас техника. Великая Отечественная война. О, смотри, какой еще танк. Тебе какой нравится? Вот так. О, застряла. Вот там. Так, у нас очередная
тематическая зона. Здесь у нас вещи времен Великой Отечественной войны. Смотри, какой баян. Это не надо трогать все, тут только смотреть. Это раньше поиграли на таком. Вон сапоги такие носили. Так, подходим к очередной зоне. Смотри, Степа, здесь какие всякие старые киноаппараты. Раньше, смотри, снимали не на такие, как у нас, электронные. Фотоаппарат. Киноаппарат, да? Кинолента там. Это как там его? Кинопроектор. Кинопроектор. 1937 года. Не ночью. Это камера 50. Подходим к месту военно-патриотического клуба «Гризли». Так, подходим к стенду поискового отряда. Тут найдены артефакты времен Второй мировой войны. Сейчас посмотрим. Лимон. Да это не лимон. Это не лимон. Так, здесь для детей проводится какая-то, ну не только для детей, какая-то игра. Так, теперь мы зашли на улицу с звездным небом, которая находится с краю площади Новособорной. Тут тоже выставки, даже вот блины нарядили маскировочную сеть. Так, что у нас? Танк Т-18. Да, это Т-18. Макет ДОТа на базе башни танка Т-18. А, это Т-18. Здесь есть траки, кусочки гусениц. Так, а тут у нас что? Тут прям полевая кухня, прям. Вот как на БТР дети все залезли, весь облепили. Ну, пушка тоже стоит. Мы перебрались с площади Новособорной в городской сад. У нас тут маленький пит-стоп. Воды в окружающих магазинов нет. Ну, либо она стоит 100 рублей. Ну, это как обычно на любой праздник. Не видел я где-то. И мороженого нигде нет. И людей пресс, конечно же, вокруг. Всем пока. Пока. Вот такая получилась у нас сегодня прогулка. Не спеша, потихоньку сходили, посмотрели, как проходит парад Победы в Томске. Ой, парад, День Победы День в Томске. День Победы, да. Вот. Получилось немного, но что? Мы прогулялись, нам хватило этого. Короче, если вы не были сегодня на Дне Победы, теперь вы сможете посмотреть, как все прошло.